Всем привет, дорогие друзья! С вами Джейк и на наших экранах возвращение безумия, наркомании и все в этом духе. В игре под названием Far Cry 5. Вышла она сегодня, конечно, многие сыграли уже ее 23-го, потому что, по-моему, на PS4 раньше можно было и то. Это, по-моему, только для тех летсплейщиков, которые 100 тысяч, наверное, подписчиков уже есть. Ну, как бы вот так вот, я хрен знаю, потому что уже видел, как и другие проходят. Ну, конечно, сам-то не смотрел от них. Зачем мне? Я хочу сам увидеть все своими глазами. Но, наверное, затянул я вас своими разговорами. Так что давайте продолжаем. Так. Ну, как обычно, средний. Так. Мужской. Ну, конечно, женский, вы че? Так. Подтвердите, что... Ваш выбор окончательно изменен. Конечно, я за женщину люблю больше играть, вы чё? Так, какие бы грехи не отягощили твою душу, тебя еще может спасти. То, что ты здесь, не случайно, отец. Да, на него, кстати, как на вас все напирали. Ну, наверное, опять вот так же, как с Васом. Увидим немного и все. Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще Бог никто. Требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Прошу, нет. Но они прозреют. Иосиф Сид. Не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки, секта не всегда идет навстречу. Я думаю, иногда лучше оставить все как есть. Да, но закон един для всех, шериф. Иосиф Сид не исключение. Брат, а вызови-ка диспетчера. Есть. White Horse диспетчеру, прием. Да, Эрл. Мы приближаемся к поселку, Нэнси. Прием. Ясно, шериф. Ты еще не передумали. Прием. Нет. Мы, к сожалению, еще пытаемся вразумить нашего друга Маршала. Прием. Ему повезло, что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя, отбой.
Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого салагу. Сектанты бы обосрались. Брат. Кто такие эти эдемщики? Секта врата Эдема, поэтому эдемщики, так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены и рвутся в бой. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. Удачная идея. Последний шанс, маршал. Мы садимся. Сажай! Брат, понял. Диспетчер, слышишь меня? Да. Слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас помолюсь. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Салага. Внимание. Не зевать. Идем. Так, секунду, ребята, я хочу посмотреть, почему у меня субтитры-то на английском. Так, а вот. Немецкий, испанский, голландский, польский, а вот и русский. Так, да я просто что-то установил, а что-то не посмотрел, что у меня на английском. Он будет в церкви, не отставай. Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Салага, сюда. Спокойно, ладно? Что они здесь делают? А ну успокойтесь! Это не вас это не касается! Не вмешивайтесь! Шериф. Запускаю сейчас, кстати, на средних настройках. Все в полном порядке. Боже мой! На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значки. Что-то как-то не захотелось на низких играть. Будут уважать. Хотя бы на средних поставил и нормальным. Играбельно, я скажу. Мы не хотим иметь с вами дело. Молчи там, женщина. Знаете, когда мы летели, я думал, мы разобьемся, как в этом Outlast'е втором. Отец что-нибудь придумает. Слушай, отец придумает. Именно поэтому мы здесь. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, к двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты... со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, еще рано. Не позволим их жадности. Их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Все кое-где. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они, саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы... так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента.
и мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. И вот. Конь бледный. И ад следовал за ним. Салага, давай в наручники его. Бог защитит меня. Салага, браслеты на него. Иногда разумнее всего просто уйти. Ubisoft представляет. Пошли. Так, секунду, я еще кое-что сделаю. Ну, первая серия вот на таких парах и будет, как обычно у меня. Так, да. 120 это я переборщил. Я обычно же играл Far Cry на 110. Вот, надеюсь, так это будет вообще найс. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед, мы пойдем справа. Понял. Мы не позволим. Ну, иди. Он что-то встал и не хотел идти. Она встала. Я же за женщину сейчас играю. За девушку. Что, как я и сказал, мне больше нравится. Сейчас что-то пойдет безумное, да? Что ты делаешь? Маршал, ты сумасшедший, что ты девушку ударил? Отпусти его! Не уходи! Салага, идем! Я федеральный маршал, и я приказываю вам отойти! Убери оружие! Сейчас же отпусти его! Оружие! Ну! Я салаги! Производство Ubisoft Монреаль. Торонто. Ну, живее, давай! Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу, скажите, что с тобой случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Не
никто не придет на помощь. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Они, вестники Руна, узрят истину. Нужно валить отсюда. Да начнется жатва! Нужно валить. Не трогайте! Отвалите на это меня! Знаете, что мне это сейчас напоминает? Far Cry 3 мы также там убегали. А где мы? Я думал, мне сюда, да? Когда противник вас не видит, индикатор обнаружения... А, вас видит. Индикатор обнаружения. Понятно, как обычно. Это мы уже все знаем. Да кто придумал на сито садиться? Вы мне тут объясните. Да... Давайте, пешком. Где тут? Взаимодействовать, как обычно, отлично. Контрол ни на что не используется. Использовать аптечку. Ну, аптечка обычно на Q, а здесь что Q? Селектор оружия. Ну, селектор оружия на 5. На Q. Либо я сейчас слепой, либо я синий вижу. А, ну вот уже оно. Как бы пока вот так вот сделаем. А что у нас тут в управлении? Присесть. Control. Выйти, взаимодействовать так вот. Ну, музыку я выключил, чтобы YouTube опять не по авторским правам ничего не подлепил. Так, уменьшить тягу. Ну да, здесь же теперь можно и самолетами пользоваться. Так. Я нашел. Нашел Мэтья. Он мертв. Грешников нужно найти. Встретимся на лесопилке. Буду ждать там. Мне нужна помощь. Грешники могут быть где угодно. Вы слышите? На лесопилке? Что? Так, кинуть. Так, эй. Да, начало веселое. Так, я даже не знаю, зачем я все это подбираю. Где-то гуляю. Так. Там тоже есть. Эй, меня кто-нибудь слышит? Эй, это... Да, я слышу, алло. Кажется, я оторвался. Я вижу. Кажется, здесь следы.
прошу Господь, уберет его, убережет и нас. Если мы будем верить отцу. Если кто-то слышит меня, если кто-то еще жив... Да, я слышу. Дядька, у тебя нет! Ложь вперед! Лошары! Так. Ну вот что мне не нравится, Ubisoft отказались от мини-радара. Я уже и говорил это в Assassin's Creed. Бесит совсем. Ну неудобно же смотреть вверх и смотреть куда идти. Я привык больше по мини-карте. Так, Z тут тоже используется? О, да! Секунду. Настройки... Мышка. Бинокль. А нет, подожди, вот бинокль. Так, давайте попробуем. Ну вот, уже получше. Ну еще бы чуть-чуть добавить, хотя бы так же на 10-15%. Давайте попробуем 15. Так, было 40, да, значит... Вот, 55. Так. Ха. Вот мы крысы. Ну, крысёныши. Берем бы, забираем все, что движется. Здесь, наверное, также придумали охоту. Так что это не удивительно. О, боже мой! Ты... Прости. Думал, тебя схватили. Пошли. Пошли. Давай. Проверь тут все. О, боже. Ничего себе. Твари. Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаные психи! Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом... Мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Проверь в трейлере. Так. Где? Я тут раз просто сделали. Эй! Успокойся там! Я только начал играть, я еще в управлении не разобрал. Черт! Помоги мне! Давай, вставай! Да мне пофиг на него, мне срать! Я его тоже не люблю, если чё. У меня ключи, прикрой! Сумасшедшие вы психи! Погнали! Нет, а это весело. Ну, немного Outlast я вспомнился. Впереди! Берегись! Разберись с ними! Так. Здесь прямо вот так из машины?
Тина! Без тебя я бы сдох! Ага. Мы вернемся. Но надо быть осторожным. Не успел. Кому и верить. Чёртова Нэнси! А тут карта работает? Да вы чё, угорайте, где моя карта? О нет, дороги перекрыли. Держи! Сзади! Чёрт! Избавься от них! Да избавлюсь, не ссы. Это, блин, точно! Far Cry! А! Где? Благодарные! Это что, блин, самолет? У них еще и самолеты есть? Ну да, почему бы и нет? Так. Ёшкин кот, как трудно же здесь! Прошлые части были куда легче. Слева! Они не доберутся. Мы ищем критерии. Справа! Да нет, по сути, не так уж и трудно. О, да! Дерьмо! Впереди! Ой, у них есть и тачки такие, как и в третьей, и в... Господи, берегись! Соединенных Штатов! Ему нужна жертва. Значит, будет паломником. Еще один! Ищите! Дети мои, возблагодарим Бога. День, который я предвидел, все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас, их всех передали в нужные руки моих родных. Почти всех. Знаешь, что происходит? Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света.
Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Черт. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. Но будем вылезать мы из этой жопы уже в следующей серии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А все ссылки на канал, там, ВК, все в этом духе. Просто мне уже как-то лень это все говорить. Так что все ссылки в описании. Всем до скорой встречи.